Такой помощник, как мультиварка, появился сравнительно недавно, но уже успешно зарекомендовал себя на многих кухнях. Сегодня мы решили провести эксперимент и приготовить гречневую кашу двумя способами. Я, как представитель поколения Next, буду делать кашу в мультиварке, а Жанна Михайловна приготовит гречневую кашу старым дедовским методом. Давайте начнем наш эксперимент. Вот у нас с вами одинаковое количество гречневой крупы. Соль. Мне нужна вот холодная вода. Что вам нужно для приготовления? Я варю гречневую кашу, заливаю ее кипятком. Воды лью на стакан гречки 2 стакана воды. Засыпаем гречку в кастрюлю. Я тоже засыпаю гречку. Солим немножечко. Теперь мы включаем плитку. Так. На самый маленький режим. Так, нажимаю кнопочку «Старт». Гречка. Он у меня сам, видите, определяет, что у меня гречка находится. То есть у вас сейчас варится, да? Варится. Что-нибудь уже происходит? Закипает. Угу. Уже процесс варки происходит. Можно ее открыть. Она уже нагревается. В инструкции написано, что иногда можно помешивать. Но теперь остается только ждать, по крайней мере мне, потому что ничего делать мне не нужно, следить за тем, как она готовит, не нужно. Я могу, в принципе, пойти, не знаю, накрасить ногти, почитать журнал или посмотреть телевизор. А вам нужно следить? Нет. Тоже не нужно? Нет. Не убежит? Нет, не убежит, потому что маленький накал поставлен. Я смотрю, у вас там уже пар идет, давайте посмотрим, что там. Давайте. Кипит. У вас кипит. Так, я переставляю на меньший режим, чтобы она потихонечку разварилась. Угу. А теперь я посмотрю, что у меня. Ой, у меня тоже кипит, смотрите. Угу. А вот на молоке вообще варится каша гречневая? Я никогда не варила на молоке. На молоке я варю пшенку, ну, иногда даже овсянку с молоком делаю. А гречку не варила. Давайте посмотрим еще, что там у нас. У меня что-то оно уже набухло. Похоже, уже на готовую. Так, у меня почти. Ну-ка, покажи. О, нет. У тебя еще жидкости много. Уже приготовилась? Угу. Уже рассыпчатый, мягко. Ну, тоже готово. Так, давайте тогда будем пробовать сначала мою кашу, ну, потом давай. Вашу кашу. Давай. Вкусная вообще-то. Ну да. Так, теперь вашу. Вам вообще какая каша больше понравилась? Ну, мне своя, конечно. Мне, если честно, тоже ваша больше понравилась, поэтому в ходе нашего эксперимента мы присуждаем первое место гречневой каше, приготовленной на плите. На этом у нас все. Ешьте кашу по утрам. Приятного аппетита!